Ежедневно в Володарской амбулатории врачи принимают около 30 пациентов. Самым популярным специалистом является, несомненно, терапевт. Но учитывая, что сейчас будет сезонность, то, конечно, будет ОРВИ, пневмонии будут, потому что зарегистрировано, учитывая сезонность. Больше, конечно, жалоб со стороны гипертонии, сердечно-сосудистой патологии, ну и выявление сахарного диабета. Запись к врачу осуществляется по телефону или через интернет. На сегодняшний день амбулатория работает без выходных и располагает несколькими специалистами в разных направлениях – окулист, гинеколог, стоматолог, эндокринолог. Я каждый год прихожу здесь к врачу, я стою на учете к онкологу, к эндокринологу, и мне выписывают анализы, я сдаю, видно. Вот. Врачи внимательные. Вот. Я довольна, что принимают, и не так большая очередь. Несколько раз в год амбулатория выделяет специальные дни для диспансеризации. А пройти плановый осмотр, как один из посетителей Иван Щеглов, можно в любой день. В рабочее время необходимых специалистов. Очень любезные люди, очень внимательные к своим пациентам. А прием детей до 18 лет осуществляется в педиатрическом отделении, расположенном в соседнем корпусе. Пишите на кошельке. С каждым годом Володарская амбулатория благодаря помощи со стороны Видновской поликлиники становится более современной и оснащается самым необходимым оборудованием. Здесь уже есть новая стоматологическая установка, препараты для физиотерапии, комната дневного пребывания и многое другое. У нас сейчас есть электронный, так скажем, отоскоп, который мы, в принципе, можем использовать для неотложной помощи. Сейчас у нас в наличии аппарат УЗИ, и мы готовим под него кабинет. Будет у нас лицензирование. В будущем Володарская амбулатория планирует увеличить количество аппаратов ЭКГ, приобрести специальное оборудование для окулиста и расширить границы специалистов. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.